Я еще могу, я могу произвести впечатление. Пол жизни позади. Двое бывших мужей не заставили ее разочароваться в браке. И опыт подсказывает, чувство юмора победит все. Совершенно трезвенник мне не подойдет. Вы, в принципе, знакомитесь только с подвыпившими мужчинами? Нет, 150, пожалуйста, дайте. О! Я надеюсь, не на карачках прилезет. Седина на висках. Она же понимает, наверное, какие у меня там детские травмы, вавки в голове. И всех видишь насквозь. Он немножко самовлюблен. Она немножко такая королева. В ней мало пантеры, мало кошки. У вас голова неровная. Узел космических поисков. Да ладно. Да он все время мне бы хотелось тюкнуть подойти. И так сложно снова поверить в любовь. Сейчас он меня еще не выберет, а потом скажет: о, вот это вот сидела тут напротив меня. Но она не спрашивает, когда приходить. Господи, он еще и готовит. Я влюбился. Влюбиться с первого взгляда можно в любом возрасте. Ведь у счастья возраста нет. Почувствовал некую искорку. С первой минуты поняла, кто же из них тот единственный, ради которого я сегодня здесь. Шибанула, и все. Смотрите уже в это воскресенье. Ой, какие интересные отношения предстоят впереди. Первую программу легендарного романтического шоу «Любовь с первого взгляда». 19:00 на телеканале Интер. Давай так зажжем. Боже, это увидит моя мама.